Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Совещание по ситуации с жилкомплексом «Тектон-квартал» намерен провести в ближайшее время Минстрой Кировской области. На встречу в правительство пригласят дольщиков, депутатов УЗС, представителей прокуратуры и администрации Кирова. В настоящее время работы на объекте фактически остановлены. Дом по Березняковскому переулку 38 готов менее чем наполовину. Возведение дома по адресу Березняковский 40 еще не начиналось. При этом первоначальный срок ввода объектов в эксплуатацию уже прошел, сообщается по результатам проверки областного Минстроя. Специалисты ведомства установили факт нецелевого расходования средств дольщиков. Сейчас материалы проверки переданы в прокуратуру. В отношении застройщика уже возбуждено административное производство. Напомню, ранее дольщики «Тектон-квартала» направили в ряд кировских СМИ открытое письмо. В нем утверждалось, что въезда в новые квартиры дожидается 160 семей. Дайджест недвижимости. Аренда квадратных метров в торговых центрах стала дороже. Об этом по итогам декабря сообщает аналитический портал Рейкиров.ру. Повышение составило почти 16% или 100 рублей за квадратный метр. Также в декабре повысились арендные ставки в сегменте складских помещений. Правда, незначительно. Со 130 до 135 рублей за квадрат. А вот офисные и производственные помещения, напротив, потеряли в цене. Арендные ставки в среднем по городу в декабре снизились на 9-12 рублей за квадратный метр. Дайджест недвижимости. Мусоропроводы в российских многоэтажках могут оказаться вне закона. Вывод их из эксплуатации может потребоваться, чтобы стимулировать граждан к раздельному сбору мусора. Такое мнение высказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, передает РБК. В Госдуме к предложению министра отнеслись крайне отрицательно. В частности, председатель комитета парламента по ЖКХ Галина Хованская полагает, что мусоропроводом можно определить какой-то отдельный функционал при сборе отходов. Напомню, законопроект о раздельном сборе мусора по всей стране был подготовлен весной прошлого года. Инициатором документа стал Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.